вступили в силу закона, предусматривающие увеличение зарплат медиков и выдачу единовременной материальной помощи пенсионерам. Эффект от этих социальных законов почувствуют около 1 миллиона граждан Молдовы. Законы, за которые ранее правительство взяло на себя ответственность перед парламентом, были опубликованы в официальном мониторе. Накануне их промульгировал президент страны. Социальные законы предусматривают выплату единовременного пособия в 700 леев пенсионерам, чей доход ниже 3000 леев, поэтапное удвоение зарплат медиков, выделение 100 миллионов леев фермерам, а также льготный доступ военнослужащих и полицейских к государственной программе «Первый дом». Согласно закону, зарплаты 47 тысяч медиков будут увеличены в несколько этапов. С 1 сентября на 30%, с 1 января 2021 года также на 30%, а во второй половине следующего года еще на 40%.